Пороро и безумие с рисунками. Кранк-кранк! 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 Мне не нравится. Кранк! Готово! Та-дам! Как тебе кронк? Кронк! Кронк? Пойду верну Тонг-Тонгу его книгу. Скоро вернусь. Пока! Кронк? Готово! Пороро! Кронк! А Пороро нет дома? А? Кронк, ты что-то рисуешь? Ух ты! Какой красивый рисунок! Ты это все сам придумал, Кронк? Кронк? Если ты так хорошо рисуешь, пойдем с нами на конкурс. Правильно! Мы как раз туда идем. Пойдем с нами, Кронк. Если ты победишь, твой рисунок напечатают в альбоме, и его увидят по всему миру. Правда? Давай, пойдем, а то опоздаем. Пойдем. Давай. Конкурс рисунков начинается. Извините, я опоздал. Кронк, и ты тоже здесь? Работа победителя будет опубликована, и ее увидят во всем мире. Сначала давайте посмотрим на работы Пороро и Кронга. Ура! Можете показать свои работы. Кронк! О, почему они одинаковые? О, и правда одинаковые. Кронк, как так вышло? Кронк. Кронк первый нарисовал, мы сами видели. Правильно. Кронк сказал, что сам все придумал. Нет, это не так. Я правду говорю. Я первый нарисовал. Пороро говорит правду? Так нечестно. Ну, может быть, я... скопировал рисунок Пороро. Но ты же знаешь, что копировать чужие работы нехорошо. А еще хуже врать и делать вид, что работа твоя. Подумай, как расстроился Пороро. Он ведь столько работал над рисунком. Да, я столько работал, чтобы нарисовать его точь-в-точь, как в книжке. Как в книжке? Что? Разве нельзя копировать рисунок из книжки? Книги, они же существуют для всех. Это так. Но не все так просто. Давайте поразмышляем. Готово. Представь, что ты упорно работал, чтобы издать альбом со своими рисунками. И что бы ты почувствовал, если бы кто-то выдавал твои работы за свои и получал все внимание? Хотелось бы тебе еще когда-нибудь издавать свою книгу? Из-за этого мы, возможно, никогда в жизни не увидим такого прекрасного альбома. То же самое касается песен, выступлений, фильмов и так далее, а не только альбомов с рисунками. Но можно использовать какие-то фрагменты, например, для домашнего задания. Но нельзя считать книгу нашей собственной и делать с ней, что захочется. Я все понял. Теперь я больше никогда не буду присваивать себе чужие работы. И я. Отлично. Пороро, Кронк, вы нарисовали что-то новое? Та-дам! Это невероятно! Да, и мы ничего не копировали. Мы все сами нарисовали. Кронк-кронк! Подождите секундочку. Кронк, твои ноздри слишком маленькие. Ой, я не это хотел делать. Мне очень жаль. Прекрати, прекрати.